Конечно, я, что бы там ни говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. И я не знаю, конечно, как с этим мне потом, ну, потом будет, как я буду с этим разбираться. Потом где, в чистилище, ну, или где, на этом да, свете? Там, да, где, не знаю, где. Ну, просто в этой жизни. Мне 44 года, я собираюсь еще долго жить. И... А правда, что убитые приходят по ночам? Во сне? Не правда. Ничего не происходит. Ничего не мучает. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что есть, что эти люди просто умерли, и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. И их много. Их много. Просто вот ни одно подразделение, может быть, ну там, может быть, есть какие-то, но в целом там из донецких батальонов по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Просто все, что мы делали, это просто, ну, полный просто галимый беспредел. Просто вот что мы вытворяли. Вот, и мне это особенно смешит в силу того, что там наездов на меня особенно много, это о том, что я как бы, ну, как бы фейковый полевой командир. Никто, ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько я. И я даже не могу даже про это, ну, то есть я не хочу даже про это говорить, но все эти документы всплывут однажды. Просто, ну, однажды все прочитают эти документы и узнают, на каких направлениях погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон. Прикинь, и что я буду делать с этим?